Всем привет! И с вами снова я, Почемучка. А как же бабочки защищают себя? Здравствуй, Почемучка! Здравствуйте, ребята! Бабочки так красивы и беззащитны, однако природа позаботилась о том, чтобы они могли защищать себя от хищников самыми разнообразными способами. Некоторые красавицы совершенно непригодны на вкус и при этом плохо пахнут, другие ядовиты. Некоторые бабочки маскируются под шмелей, ос, а также сухие листья, кусочки коры, веточки и сучки. А знаешь ли ты что? В среднем бабочка живет от 2 до 4 недель, но есть и долгожители, которые могут прожить до 9-10 месяцев. Это монарх и лимонница. Надеюсь, вам понравилось. Пока, до новых встреч!